What is happiness for you? Тепер дивися. Задача, значить, така. Максимально раціонально використати це приміщення, тому що воно буде юзатись, тут потрібен буде обігрів. Розумієш? І нам треба економно проганяти тут повітря, тримати определену температуру і так далі. Тобто це приміщення нам абсолютно допомагає. Тепер оця оцілочка, вона не показатиме, вона трошки менше. Ми її беремо на сторону. Тепер смотри. Беремо зірочку і ставимо отак. На пол. Отак. Тепер дивися. Трошки в сторону. Значить, є така проблема в... в подвальних поміщеннях, що воно поражається слізнями. Слізнями, допустимо, повідомі тим, що ми обробуємо це. Солью. Да. Тобто проходить, лишається по сторонам, підвісити, лишається, все нормально. Але слізень вже йому сложно попасти, коротше, на цю сітку. На рибсами, так. Да. Тепер дивися, друга сторона. Нам сюди прийдеться розміщати блоки. Вопрос в чому? Хто, в кого, ну, у кого є ответ, скільки блоків поміститься от на цю площадку? Зависимо від блоків. Зависимо від того, хто це діло, хто знає. Значить, ми перевертаємо перший її обратно. Точно так же, але наоборот. Раз. Є. Тепер два. Я тобі зараз... Как по-русски поймешь, о чем я говорю, да? Смотри. Раз. В чем ты шерчу, друг любезный? И смотри, два. Ой, смотри, два. И смотри. Вот. Я как... Да, вот один. Вот два. Understand? Понятно, о чем идет вопрос? Технический? Хорошо. Ну, сразу еще. То есть, каким образом вот сетка, это, имеем то, что имеем, как распределить правильно этот квадрат? Или вот, можно... смотри, нет, вот, смотри, уже раз, два, три, этот пустой. Все, да. Делаем наоборот. Делаем, пробуем вот так. Раз, три. Два. Три. Цельную вот. Да, три. Вот. Вот максимальный гриб, который имеет идеальные, идеальные формы, да? Ну вот. Максимум 10 сантиметров. Но. То есть, плюс он вот так вот вырастает, да? Ну да. Он максимум отдвинется на 10 сантиметров. Максимум. И отсюда 10 сантиметров. То есть нужно зазор минимальный 20 сантиметров. 22 сантиметра. Получается примерно, здесь, да? Здесь, подожди. А здесь, ну, если здесь вырастает гриб, то есть прохода, да, уже нет. Да, совершенно верно. Есть, но нам можно содвинуть, вот, содвинуть можно еще на сантиметров. Вот 10, и будет проход отсюда для небольшого человека без то пуза. То есть да, реально у нас получается такая. Вот 22 сантиметра, например. Вот, полностью нормально получается. Вот и дальше. Да. Вот. Нет, это уже мало будет. Все. Можно вот так поставить. Вот так. А следующий вот так, вот так. И вот так. Ну, то есть можно играть. Я понял. Можно играть. А смысла нету, то есть их размещать. То есть, вот так. А что? Можно вот так вот, раз. Вот. Нет, просто нужно... Ну, например, на бронзе подожди. 23. Вот. Нет, нужно минимум. Так, здесь еще один выходит. Вот так вот. 21. Я думаю, что полностью нам. Вот так вот это. Смотри. Вот еще. Вот. Все, вот так нормально, идеально вот. Тема? А вот это супер. 4, 4, и нужно отсюда тоже делать расстояние примерно в минимум там 17-18 сантиметров, и вот так таким вот макаром
Это баста 3. То есть 4 у нас 4 на 4, 16 блоков у нас. Вот то есть 4. Сейчас смотри. Раз, два, три здесь. 4. Нет, ну 4 вот смотри. Подожди, еще один блок. Возьми, да. Вот 20. То есть точка вот крайняя будет примерно вот так вот. Блин, я ж плохо жил в царче килограммовый. Вот, вот где-то здесь, вот, а вот, можно, да, вот так, вот так. Да, немножко вот так. Все. Вот так. Ага, видишь? Немножко плохо. Да нормально, нормально, нормально. Чуть там уцепился. Чуть-чуть. Все. Вот, вот, вот. Следующий. Три. Хорошо, следующий. Вот так вот где-то. Вот давай. Опа. Край вот так вот. И четвертый может вот так стать. Нет? Может. Проверяем. Блин, чем не четвертый писать? Да, четвертая была бы идеально. Вот, смотри, вот. Как бы, вот немножко дальше. Ну, немножко мало. Ну, как бы нормально, как бы нормально. 4-4. То есть риф, смотри, вот вырастает вот так вот, вот запоминаем, да? И с этой стороны. То есть как бы нормально получается. Вполне нормально. Ну то есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 блоков 100%. 15 блоков помещается на, да, на такую вот на сетку. Да. То есть вторая сетка это 30, и третья сетка 45, четвертая 60. 60 блоков. 60 блоков помещается. 60 блоков. Да. То есть довольно-таки хорошо. Но, опять же, сетки, да? Ну вот мы опять же с сетками, да? Вот сетками даем примерные, вот максимальные, да, ну, как правильно. То есть получается у нас где-то 35 сантиметров, да, 35 сантиметров, но 35 плюс мы как бы сжимаем все до минимума, да. То есть, вот как больше, да, пространства. То есть, больше пространства. То есть нам нужно между сетками и блоками иметь зазор между второй сеткой 10 сантиметров. 10 сантиметров. Для, конечно же, нашего... То есть, получится 4 и больше. То есть, 35, ну, например, да? Вот 45 уже... 35, 70 и дальше. Нет, 35, 10, ну, 35 плюс 10, получается 80. 80, я вам объясню. 80, это получается уже 2. Две полки. Две полки, да? И опять. Реально умещается еще две полки. И опять нам нужно 80, да? 80. То есть есть. Уже есть, это уже метр. Метр 60. И как раз у нас остается 20 сантиметров к полу. То есть идеальное соотношение почему вешено, потому что здесь подвальное помещение, здесь лизни. Они будут убивать, короче, весь урожай портить. Ну. То есть они должны быть подвешены. Мы делаем компактно и рационально. Все. То есть для полки 35 сантиметров под... Совершенно верно. Осталось делать... Нет, потому что можно, конечно, сделать больше зазор, но для чего, если это идеальный риф, который нужно снимать? Они больше не бывают и больше не нужно. Конечно. То есть нам нужно добиться, чтобы... Чтобы максимальный был урожай, нам нужно добиться этого. Правильно? И размещение хорошо блока для того, чтобы снизу, с левой, с правой, с... Ну, при том, тут нормально, да, просто воздух, понимаешь, тут надо... Ну, здесь, мне кажется, нужно сдвинуть вот это все. Немножко сюда. Согласен. Чтобы с той стороны было хорошо. Подожди, я смотри. То есть, и вот сюда немножко сдвинуть. То есть, надо сделать по центру одинаковые, да. То есть, выставить по центру, чтобы здесь можно было сдвинуть. Это просто использовать бессмысленно. Ну, для чего? То есть, надо сдвинуть сюда. Подвесить и... Ну что ж, делай. Для того, чтобы подвесить хорошо.